Замечательная игра Факторио. О! Назад. Не туда нажал. Время сыграно 23 часа 59 минут. Версия 0.17.52. На чем я остановился? Значит, у меня план есть. Видно? Так, нет. Так не видно. Так видно. План. Пишу на тетрадке, на бумажке. Лазер, аккумуляторы, синие бутылки. Поезда с железом. И с пластиком. Так, сначала поезд с железом. А, нет! Я передумал уже, когда писал уже. Железо надо тащить так. Потому что расстояние небольшое. Зачеркиваю. Расстояние большое. Там 300 метров. Немного. Сейчас я с этого и начну. С этого момента. Куда тащить? Сейчас посмотрю, где у меня железо-то потребляется. Оу. Давай, друг, жду тебя. Все. Мой котик. О, скучает. Его зовут Тимофей, как и меня. Сиамский. Очень добрый, не царапается. Ну, только на мою жену царапается, кидается. Может царапать мою жену. Очень добрый. Да? И любит играть. Я ему бантики делаю, потом теряю. Все, иди. Отдохни. Свет на заднем фоне не очень хорошо. Перспектива должна быть не ярче, чем объект съемки. Итак, ну мне иногда под носом чешется. О, не брился, забыл побриться, боже мой. Ну ладно. Так, тут у меня нужен уголь, уголь есть. Тут у меня нефтеперерабатывающая штучка. Из этого я буду твердое топливо делать. Вот из этой, из легкой нефти, там еще тяжелая нефть есть. Так, тут у меня взрывчатка. Тут у меня геологическая взрывчатка, скалы взрывать. Это у меня... А, вот для этих гранат нужно железо. Как тащить-то? По какой линии? По какой... линии. Что я тут написал? А, и сталь. Я тут написал, сталь еще нужна. Да и сталь протащу. А для чего она нужна? А, вот для чего, для бочек. Я протащу конвейер стали. Да, ну конвейер у меня будет и сталь, и железо. На двух половинках. Так я сделаю. Да. Пошел делать. Так, маркировку поставлю. Так, конвейер будет... Ладно. О-оу. Это мы не трогаем. Вот так. Конфирм. Конфирм. Откуда и куда? Вот отсюда. Сюда. Конфирм. Так. Вот по этой линии у меня будет железо идти. И сталь на одном конвейере. Один конвейер будет. Так, взрывчатка есть. Скалы буду ломать. Побежал. Котик мяучит, потому что хочет поиграть. Камеру не на чем закрепить. Какой-то надо будет крепеж сделать. Купить перфоратор, наконец, новый. Старый сломался.
крепеж сделать для моей веб-камеры. А то так как-то она неудобна. А где сделать? Где ее закрепить? Может, здесь вот? А, вот здесь на левой стенке. Закреплю. Без перфоратора тогда можно. О, медная руда у меня тут ненужная. Ты-ты. Железо. Вот тут железо все приходит у меня. И тут я его заберу отсюда. Из этого потока. А почему так вот я сделал? Почему я так сделал, не помню. Это откуда вообще идет? Оттуда. А где я? А! Угу, понял. Все понятно. Такое ответвление. Ну ладно. Тогда я возьму... Отсюда будет ток? Нет, нельзя отсюда брать. Отсюда нельзя брать. Это все временное. Надо брать отсюда. О, а тут как делать? Что, котик? Эй, скучно ему. Бедненький страдает. Так. 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 Так, конвейер. Где-то здесь будет. Да, теперь вверх. 600. Хватит мне конвейеров? Хватит. А подземных не хватит. Подземные надо прихватить. Уже не пойду я за ними. Потом. Уже сейчас нужно. Ладно, придется вернуться за стейком подземных конвейеров. Стейк это много. Надолго. Возьму сплиттеры. Сплиттеры тоже. Да где ж конвейеры? Что-то я мимо прошел, что ли? Мимо прошел уже. Вот они. Так, сплиттеры где? Это здесь. Вот они. Все. Ну и такие тоже возьму. И чуть-чуть. Все, хватит. Пока мест. А! Сделать надо инвертеров. Быстро кончаются. Сырья надо взять, сырье. Какое мне нужно сырье? Железо, немножко меди. Так, меди немножко. Железо чуть-чуть. Так, угля в печке добавим, раз уж я тут мимо шел. Ай. Тум-тум. А где мой конверт, который я начал тянуть? Потерял. Вот он. Подземникус давай. Подземникус, наземникус. Хе.
Едем, едем. Ну, прям по линии. А, что-то деревья. Деревья надо рубить. Это враги. Человек. Дерево враг человека. Мочить всех. Сжечь в топке. В игре Факторию нельзя же сажать деревья. Озеленить планету не получится. Или украснить. Вот красные деревья, значит, планету украснять. Взрыв этой взрывчатки прям... Мои наушники с вибрацией вибрируют. На колонках, наверное, будет мощный звук. Если колонки мощные. О, камень надо убрать. Камням война. Все. Теперь сюда. Я смотрю на мини-карту. На ней видны желтые отметки, которые я ставил. Так, красные деревья тоже ушли. Скорее бы уже строительные роботы появились. Они будут рубить деревья мне. Так, с поездом аккуратно. На мини-карте посмотреть, не едет. Не едет. Опять рубим деревья. Так, я пришел. Мои конвейеры приехали, куда надо. Как это рубить-то долго? Много деревьев. Ладно, прорубим. 3 минуты. О! Небольшая просека будет. Просекю. Просеко. Просека. Вино просеко. Так, просека готова. Теперь конвейер проедет. О, надо выше было рубить. Выше значит севернее. Ниже значит южнее. Направо восток, налево запад. Пум-пум. Допустил я ошибку здесь. Как исправлять буду? Не знаю. Надо же было половину только конвейера под железо-то отдать. Все напутал. Ладно, буду как-то исправлять косяк. Так. Прощай, сталь. Здравствуй, железо. Тум-тум.
Так. Так, это мы удаляем. Ну что, полный инвентарь. Бум. Так, деревья мне не нужны. Камни тоже. Тум-тум. Ой. Вот так вот. Ну ладно, здесь железо есть. И тут железо есть. Тум-тум. Тут железо есть, тут железо есть. Пушку поставлю. Не забываем. О защите. Патронов нет. Здесь. Ну, здесь есть. О, ракета у меня 194. У-у-у. Берегитесь, жуки. Дефендеров стек. У меня в стеке 100 штук. Да, большие гнезда могу выносить уже. Теперь сталь. На этот же конвейер надо определить. Так, метки уберу. Метки не нужны. Как клавиатуру это удалять? Никак. Неудобно. Мышкой вот тыкать неудобно. Как бы они с клавиатурой придумали. Разработчики игры. Тыкать мышкой все-таки неудобно. Когда есть возможность управлять компьютером без мышки, все-таки надо клавиатурой это делать. Оп, угля где-то нету. Сундук пустой. Сигнализация еле слышна, чуть-чуть слышна. Ладно, отвлекусь от строительства. Так, что здесь у меня? Бежать уголь нести. Надо. А потом сталь загрузить на конвейер. Так, поезда нет? Поезда нет. Светофоры лишние нельзя ставить на полпути. Потому что если больше одного поезда, будут пробки. Они будут друг на друга смотреть на этом светофоре. Поэтому на прямой дороге светофор ставить не надо. Побежал. Тащу уголь. Куда нести? Наверх. На северо-восток. Я давно создал самую интересную игру на свете. Но о ней никто не знает. И я не могу обеспечить ее красивой музыкой и графикой. Самая интересная игра на свете, без красивой музыки, без интересной графики. Кто будет играть, кроме меня? Какой интересный фокус с числами. Если 88 умножить на 88, получится четырехзначное число 7744. Еще угля.
Даешь стране угля. Сегодня я был в гостях. Ел оливье. Где уголь? Вот он. Сколько там надо было? Сундук? Сундука хватит. Пойду отнесу. Так, исследование завершено какое-то. Какое еще у меня? О, осталось три исследования с тремя бутылками. С серыми бутылками, зелеными и красными. Так, ну что, мины? Очищенные горючие материалы. И усиление взрывчатки. Что это? Гранаты и мины. Да, ладно, пусть будет это, горючий материал. Да, сейчас я ничего это не использую. Микрофон у этого гарнитура хороший. По-английски микрофон с наушниками называется headset. Headset. А у нас это как-то называется гарнитур или гарнитура. Где же эти наушники? Где же эти уголь? Здесь что ли был? Ага. На железе. Пойду донесу уголь в третий сундучок. Часа на два хватит. Надо, наверное, туда тоже уголь протянуть. На эту точку. Устал я бегать. Туда. Тю. Сколько у меня тут? 20 печек? Сейчас посчитаю. 22 стальных печки. И один конвейер успевает их обрабатывать. Все заняты. Классно. А, тут еще печки. 7. 29 печек работает на одном конвейере. От одного конвейера. Хорошо. Немало. Когда же я электрические печки тоже сделаю? Тоже проблема. Тик. Угольный мой конвейер. Тик. А, это железный конвейер. Надо пол конвейера забить сталью. Так, сделаю я это сплиттерами. Раньше у сплиттера не было такой возможности сортировки. Фильтра не было раньше. Сейчас добавили фильтр. Классно получается. Так. Где поставлю фильтр? В любом месте. Сейчас на повороте. Вот здесь. Вот так вот. Так. Правый фильтр. Железо. Идем. Не понял, а это что значит? О! Во как можно все задавать. А если так? Угу. И что дальше? А если я так сделаю? О, тут пойдет сталь у меня. Да? На эту половину. Что за бред? А, ну да, все правильно. Это мы... Тум-тум-тум. Так. Вот так вот будет.
Вот так будет, пол конвейера. А сюда сталь. Сейчас отведу. Где? А это для чего сталь? Это не та сталь. Там где-то у меня на юге сталь. Отдельные печки для стали есть. Правда, их пока немного. Вот они, вот они. Вот отсюда я заберу. Как он быстро. Hello. Так. Как он называется по-английски-то? Транспорт белт. Транспорт белт. Транспорт белт. Так. Ту-ту-ту. Пошли, пошли. Стальные. Болванки, двутавры. На металлургическом заводе есть такое слово, как сютунка. А здесь сютунки нет. А, вот сюда я иду. Чё-то я лишнее прошел. Почему-то. Вот тут я пойду. Оп. Сталь, сталь. Ну, побежали. Вот так. Ну-ка, получится схема. Все, заработало. Теперь там. Ну все, эта сталь дойдет. Железо израсходуется, сталь дойдет или нет. Надо пойти туда. Все железо там. Засунуть в сундуки, чтобы заработала схема. Ну ладно, сохраняюсь, играю в Protectors. Останавливаю запись.